Привет. Сегодня играем вот в такую классную игрушку, да? Да, о май гад. Пьяный мастер. Так, тут вот так. Вот так. У меня жопа горит. Так бы я материл эту игру. Ловушка. На самом деле я знаю, куда туда не пойти. Представляю вам. Офигенная подсказка. Ну, я и так пытался сделать. Да what the fuck? Как у тебя дела с координацией? Комбинирование. У меня забомбит сейчас одно место. Угу. Сука. Я это не знаю, как это объяснить. Я понимаю, что вы говорите, о, ты лох, ты не можешь это пройти. Кто-нибудь, может быть, так думает. А вы попробуйте сами это пройти. А вот схера это тут. Длинный уровень. В смысле длинный уровень?
Надо придумать, как я ее обойду. Вот. Да, what the fuck? Угу, смотрите, вот так. Прыгаем. А нельзя два раза подгонять? Да what the fuck? Может, его можно что-нибудь сдвинуть, может быть, его можно уничтожить. Подсказка к нам. Сложно. Пропустить уровень хочешь? Подождите, сейчас мы... Так, смотрите, я на высоту. Логически, смотрите, вот сейчас надо прыгать. У меня опять два... Теперь мы должны это пройти. Да, мы мужики, мы это прошли. Господи, я так херово снимаю, да? У меня голос еще херовый на записи. Пазл? В смысле пазл? Да пошли вы в жопу, я не хочу эту собирать. Пип. Не охренели. Сложно, можешь пропустить уровень, пройти, я не буду. Зачем он тебе? Время идет, поторопись. Зачем мы через это время сдохнем, типа? Ты можешь? Ты же... Что означает свет? Да вы издеваетесь. Вы видели, я прыгнул на кассу? Блин. Да вы! Меня бомбит. Да вы бомбите! Давайте вот сюда вниз. Все зеленый. Подождите, у меня тут просто пыль попала кое-куда. В глазик. Наконец-то я эту плющоль. Время забирать ящики.
А тут подлог. Вы поняли, да? Вот так. Угу. Тут я поставлю вот такие два ящика. Угу. Как будто я в Майнкрафте. Давайте вот так сделаем. Чтоб, если за нами менты бегут, да? Чтобы они подошли. Это... Да, доктор, и так каждые 3 секунды. Продолжение скоро выйдет.